Я приветствую всех любителей вкусно покушать на моем YouTube-канале «Кухня для всех». Сегодня мы с вами пройдемся по русской кухне и приготовим очень классный салат с огурцом, зеленым горошком и много-много зелени. Когда вы увидите граммовку, не удивляйтесь, так и должно быть. Ну что, начинаем готовить этот супер вкусный салат. Смотрите, нам понадобится вот один такой огурец и вот один такой пучок зелени. Но это не все. Все остальные ингредиенты увидите в процессе всего видео, а граммовки смотрите в описании. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Мы берем огурец и нам нужно его порезать кубиком. Теперь мы возьмем заранее отваренные яйца и тоже порежем их кубиком. К нашим яйцам и огурцу мы отправим консервированный зеленый горошек. А теперь пришел черед вот этому очень бодрому пучку зеленого лука и укропа. Нужно мелко нашинковать. Как вы понимаете, стебли мы отделили от самой зелени. Стебли нам не нужны. Нам нужна только вот эта вот прекрасная свежая зеленуха. Ну вот такой вот у нас аппетитный и ароматный от зелени тазик получается. Нам нужно хорошо перемешать все ингредиенты. Такой по-настоящему русский салатик. Все ингредиенты могут быть в вашем огороде, если он, конечно, у вас есть. Курочки, горошек, огурчики, зелень. Теперь нам нужно по вкусу своему посолить салат и поперчить черным молотым перчиком. Еще раз по-быстрому все перемешать, чтобы наши специи распределились по салату. Теперь мы берем заправку. В моем случае это майонез, который я делал в предыдущих видео из перепелиных яиц. Я буду использовать его. Ну а вы можете использовать любой другой майонез. Но я рекомендую все-таки свой, домашний, который вы своими ручками приготовили. Если вдруг вы по каким-то причинам майонез не едите, не принимаете, можете использовать сметану. Если не хотите сметану, можете использовать сливки или йогурт. В общем, на свой вкус. У меня сегодня майонез. Ну и все. Последний, финальный замес нашего салата. Перемешиваем и подаем к столу с майонезом или со сметаной или со сливками. Главное, не переборщите. Лучше на старте чуть-чуть не добавить и потом добавить, чем добавить сразу много. Но в целом он не должен быть сухой, он должен быть прям вот такой вот хорошо пропитанный нашим майонезом. В моем случае он еще, если постоит буквально минуточек 5-10, все наши ингредиенты дадут свои соки и получится очень сочный, бомбический такой вот русский салатик. Вот такой вот у нас получился замечательный, очень интересный внешне салатик. Давайте, конечно же, пробовать наш салатик. Это бомба. Казалось бы, минимум
всяких ингредиентов. Очень бюджетно, но очень практично. В принципе, этого количества будет достаточно, чтобы дополнить ужин, к примеру, для многодетной семьи. Практично? Практично. А с майонезиком с этим? Такое послевкусие интересное. Тут, в принципе, комментировать нечего. Очень просто, очень легко во всех смыслах. И в плане приготовления, и в плане вкус. Легкий такой, знаете, нежный такой, мягкий вкус этого салатика, который будет просто идеален к вашему ужину или обеду. Давайте зафиналим лайкосиками этот видосик. Если вы вдруг еще лайки не поставили, напишите, пожалуйста, комментарии любые по поводу этого салата, по поводу меня, по поводу ситуации в мире, что хотите. Давайте обсудим что-нибудь в комментариях. Это очень важно для продвижения и развития моего канала и вашего в том числе. Заранее всем спасибо за лайки и комментарии. Ну и подписывайтесь, конечно, на канал, если вы вдруг еще не подписались. Ну а на сегодня всем пока. Мы скоро с вами увидимся. Будет, как обычно, что-нибудь вкусненькое, простое и незамысловатое. До скорых вам встреч. Живите вкусно, ярко. И пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.